Подходите сюда. Гости, это мы, хозяева, и вас приветствуем, да? Итак, разрешите всех участников Байкальской театральной школы поприветствовать от коллектива Центра «Байкальские волны». Добрый вечер, участники творческого проекта «Театр и школа. Байкальский эксперимент». Мы рады приветствовать вас в Центре детского отдыха «Байкальские волны». Педагоги, там где-то гости и жители лагеря «Байкальские волны». Мы сегодня открываем, наконец-то, наш второй заезд. Мы в этом году провели две байкальские школы, это вторая. Первая была в Астории, некоторые участвовали в нем. Я вижу тех ребят, которые уже третий раз приезжают к нам на байкальскую школу. Мы вам очень рады, вы прошли очень серьезный конкурс, потому что было много заявок. И мы долго сидели, 10 дней, звонили, переспрашивали у ваших педагогов, родителей, кто, потому что все отправляли подряд много видео, целые спектакли отправляли, и мы искали, кто из них кто. Ну вот, мы вас всех собрали, вы приехали, все мы вроде бы устроились, хорошо, завтра нас ждет интенсив, и все 8 дней мы будем заниматься чем? Правильно, театром! Анангиреву выходы. Ухивут театральная дедых роли орхода, нэгжа былдынгвы ердык. Ну, бухы россиян, бухы маны курны ухивут ердык хаймба. Нэгы месты дэ арва зун ухивут, зун тавин ухивут вэдык. Тому их и мурусэм болна. Ну, творческое испытание гэдэ гордар. Тигэт творческое испытание хэдэн горун, дурун, турур. Байдак, тигает, мане бурят ухивуду был дымхэ ирык гыжы, ну, ханат, и на горголе хэпки. А нет, а ты кого показываешь? Шимпанзе, обезьяна или горилла? Шимпанзе. Шимпанзе? Так какая ведущая точка у шимпанзе? Ну, как? Вспомни. Разорванная. Ну, Байкальская театральная школа – это, в принципе, такой проект, который позволяет ребятам, которые хотят связать свою жизнь как-то с театром, погрузиться в процесс обучения, который максимально приближен к институту. То есть это точно такие же пары, точно такие же педагоги, точно такие же тренинги. То есть все то же самое, что их ждет потом в театральном институте. И за счет этого как раз таки дети и понимают, с каким направлением лучше театра жизнь свою связать, и стоит ли вообще связывать свою жизнь с театром. Ну, на самом деле, как это и называется у нас, то это большой байкальский эксперимент. Хүүхдүүд яг ингээд нөгөө бүгд адилхан бодолтой, адилхан хүсэлтэй, тий, адилхан зорилготой хүүхдүүд яг нэг газар цугларсан. Тэгээд тэднэрт ингээд Москвагаас, Санкт-Петербургээс гээд ингээд олон багш нар ирээд тэр хүүхдүүдэд юм заагаад, тэгээд тэр хүүхдүүд яг нэг зорилготой учраас яг тэр зорилго руугаа бүгд яг ингээд чигээрээ явж байгаа нь маш гоё давуу талтай. Эндээ юу хөнөвтэй таандууд мөн үү? Бид эндээ ажил хэрэг хөнөвтэй тэгтээ хүүд басхад хүүд юм вообще театр гэж юм гэж творчество юунд ну юунд творчество да хайжингээд наадах хайжингээд актриса болох юм гэж юмд хургана. Давай давай ребята очень разные все, они разные по возможностям, по своим, по возрасту разные.
мы с ними сейчас занимаемся тренингом. Тренинг – это такой ключ, чтобы потом свободно владеть определенными элементами языка, языка тела, языка движения, языка танца. Вот. И в тренинге как раз мы выравниваем их возможности, синхронизируем. Это равновесие, это музыкальность человека, это ритм, да, чувство ритма. Вот такие вещи мы исследуем. Вот. А дальше уже ребята начинают фантазировать и приносить, радовать меня своими приносами на заданную тему. Да, как они себе представляют, что такое лето для меня, да? Что такое моя зима. Что такое весна, какую я помню лучше всего? Вот. Вот кто, по вашему ощущению, попадает вам лично? Вы можете там записать что-то? Вот. Да. Угу. Чем вы сейчас занимаетесь? Да? Мы сейчас выбираем персонажа из Маугли. Ну, получается, любого, кто больше понравился. И сейчас мы будем его зарисовывать. Ну, как ты его чувствуешь, ну... Как ты его по себе представляешь? А какого ты персонажа выбрала? Маугли, самого главного персонажа. Почему он тебе понравился? Потому что, ну, я тоже себя чувствую такой свободной. И даже если не задумываюсь, кто он и откуда, просто ощущаю себя, ну, маленьким ребенком просто. Я и вот Амгалан, мы преподаем вот самое важное. Как... от эскиза, да, от задумки, от придумки прийти в пространство, как бы пространство. Как придумать, чтобы вот как задуманное стало реальностью. Мы должны найти фактуру, мы должны найти, как это сделать. Это самое важное, потому что иногда придумать можно, вот, вы знаете, все что угодно. А потом, как это, чтобы вот то, что на листке бумаги в плоскости, как оно возникло в пространстве и задышала, и чтобы все поверили, что мы вот как-то вот почувствовали точное восприятие пьесы, да, театрального какого-то замысла. И вот сейчас ребята будут искать вот эти такие сложно простые вещи. Сценография, бутафория, хашингет хэдэг бэгэж хо тренинг заагаад. Муно хулшин өдөртө харуулхабди хивд өөдөхөх зүжиг тавиха. Манай актёрнууд наатха зүжигтэ художникуд костюм юм бэлдэнэ. Тима. Тима ажилх гэж байна. Смысл те, их ханате и на хургуле, юндуга ходеп, и на хургуле, би уже дурвите жил, и на хургуле да наша байгалы юнда ерныб, те это само турушин хургуле и хилетла, мане турушин выпускнигут, кет хлиега, уже мно Санкт-Петербургин институт уже дурых живена. Тетр арватухи буды тишинглегетти инде вот ине хургули да трухи буды отбиралат тихедин еще халхехарно по мане турунжле хургули да видим например вот би как вокалы бакшигет ажалат ине дурвин Бозыр бірхы хайнар ұлды құбуды олып, есінгі күжі потом бүйден группы как собрали. Ты вчера так папс сказал, это моя песня. Они есть. Хабаре удышы шамты я танелся, харелхын наглыхын зурхы мэзылы. Чему вы обучаете детей? Ну, моя главная задача, наверное,
чтобы ребята поняли, зачем вообще выходить на сцену сегодня. Потому что многие ребята выходят, потому что им нужна какая-то оценка, результат, похвалите меня и так далее. И удовольствия в этом нет. А главная задача вообще в этой профессии, чтобы дети получали удовольствие. И когда я с ними говорю, а говорю с ними достаточно жестко и открыто, мне кажется, если бы я им врал, то они бы, наверное, не поняли какие-то свои слабости. А когда они уже узнают про свои слабости, они в этом их сила. И вот сейчас как раз ребята находят эту искренность через понимание, зачем им нужен сегодня зритель, зачем они выходят на сцену, и тем самым они находят эту потребность, наверное, и получают удовольствие. Как ты ее можешь даже одеть, да, чтобы надеть, то есть ее как-то. Типа, да, типа под полностью подкладку. Нет, подожди. Только вы не будете сам курить. Ведущая точка руки, да? Ведущая точка руки. Сильная. Мощные. Больше недели мы здесь собрались, чтобы прокачать детей и показать такой вот, может быть, какой-то маленький результат, но это результат для детей, потому что какие они были в начале и какие они стали сейчас, это вообще два совершенно разных человека. То есть они вначале пришли, они не понимали, что и как. Некоторые, конечно, старички уже второй, третий раз, но именно их отношение намного стало другим, поменялось. Ну, роль да бегурха, да, роль да видны. Жажахнар, дуны, юндеб же не бей. Доложу хоржени, но пластика, пластик, знаете. Я мерхшил, шаг даги же хилкиде, вокал, вокал сам не дудул, но где гоя, ты где, наверное, хили, сцен речи гоя бене. Мы готовим спектакль на весь лагерь. Мы хотим, чтобы вот наши байкальские волны, они встрепихнулись. Надо, да? Ребята, ребята, это классно! Это классно! Я бы хотела два слова пояснить. Маугли – это тема, которую выбрали сами ребята сейчас, собравшись и друг друга первый раз некоторые увидели.
Это не просто сказка, как таковая, которую вы привыкли видеть в кино или в телевидении, или в мультфильмах. Это наша актерская фантазия, театральная фантазия, где используются разные тренинги из класса актерского мастерства. То есть актер должен уметь двигаться, актер должен уметь говорить, актер должен уметь дышать, актер должен уметь петь. И все вот это мы постарались педагоги совместить вот в этой фантазии, которую сейчас вы увидите на тему Маугли. Какова роль у тебя в этой постановке? Я играю главного злодея в этой постановке. Какого персонажа играешь? Багиру. Какую? Какой этот персонаж? Это достаточно такая властная, это пума, женщина. Она, то есть, пытается показать, что вот она на одном уровне с Шерханом и пытается как раз таки отстоять свое место. В массовке что делаешь? Я играю волчат, мартышек, обезьянок. Я часть павлина. Здравствуйте, здравствуйте. Вы сейчас увидите то, что обычно остается за кадром. Как рождается спектакль? И действительно, как, если нет слов, которые надо выучить? Как же начинать? А вот вы сейчас увидите, как начинать. Мы взяли тему. И тема мастер-класса – это времена года. Времена года – это цикл, это круг жизни. Круг жизни здесь, на Байкале, тоже. И мы взяли эту тему, чтобы подарить наши впечатления, наши времена года этому месту и вам, дорогие зрители. Времена года. Этот показ в формате мастер-класса. Значит, я вместе с ребятами, я вместе с ними и иногда комментирую. Времена года очень просто. Начинаются с весны, дальше лето, осень и зима. Отрывались, когда мы ее учили с ними, и я думаю, вот ребята, которые отдыхают с лагеря «Байкальские волны», тоже почувствуйте вы эту бешеную энергетику и не стесняйтесь вместе с ребятами, отрывайтесь на полную. Договорились? Прошли этот путь нелегкий. Вот меня видно завтра убивает. Я очень рада, что мы повстречали каких-то детей, что мы познакомились, и мы смогли их научить тому, что мы хотели им подарить, дать. Мы оставили свой след в этих детях. Конечно же, я считаю, что все дети талантливы по-своему, но разглядеть в них, найти их, раскрыть их талант, поверить в них, подарить им крылья, раскрыть именно ту грань таланта, которая в них есть, это тоже большой талант педагога. И то, что сегодня произошло, то, что эти ребята, которые, возможно, сейчас находятся в начале своего творческого пути, то, что они повстречались с такими педагогами, выдающимися деятелями культуры и Республики Бурятия, и педагоги из Москвы к нам приехали, из Санкт-Петербурга, это очень большая удача для наших детей.